Всем привет! Сегодня с вами в таком вот интересном местечке будем делать обзор на еще интереснее вещицу. Почему именно здесь? Да просто захотелось сразу вскрыть и протестить. Так что давайте посмотрим, что у нас пришло, и быстренько это дело все вкатаем. Вот такая вот нехилая коробка. Здоровая. В ней маленькая есть. И вот такая вот еще одна. Опачки. Что-то у меня посыпалось. Колеса посыпались. Фары посыпались. Пакет оторвался. Что-то здесь не так. Ух ты, ёшкин кошкин. Да, ребятки. Вообще. Так, ладно, не буду я, короче, открывать эту коробку. Вся она какая-то клеенная, переклеенная. А здесь у нас вот такая вот штука. Интересно, где она прикручена? Нигде она не прикручена. Просто так болтается. И я вижу, откуда и чего у меня отвалилось. Охренеть. Отломано колесо. Пока в сторону. Отломано колесо. Выломана фара. Ё-моё. Но бампер вроде цел. Бампер цел, мост цел. Наклейки какие-то были, видать. Но что-то как-то они... Непонятно. А, эта наклейка с передка переехала аж на центр капота. Такая крупная техника. Блин, жалко, что сломана. Блин, так хотелось затестить сразу. Колесо как на бедлоке получается, зажимается. Вот, но оно выскочило оттуда. Во как его шмонало. Так. Но прикручен тут на отвертку. Получается выломана пластиковая. Ну попробуем подклеить. Если не получится. Если не получится, то отпечатаем на 3D принтере. Так, что дальше? Отломан ингурятник. Так, дальше смотрим, что у нас. Фара. Ну вот это как-то тоже как-то не держится. Должна на защелке держаться, не держится. Наверное, она будет держаться, когда мы найдем оставшуюся часть. Размер просто, конечно, здоров. Я не знаю. Это, ну, никак не десятка. Это, наверное, или 8, или 9. Ну, аккумуляторик написано 1200 18650. Ну, конечно, похож. С зарядничком. Сюда. Не нахожу я фару, короче. Вот такая вот аппаратура. Есть триммер руля. И, наверное, двойные расходы газа.
Все. На этом все закончилось. Есть у меня с собой маленькая отверточка. Сейчас я попробую разобрать и посмотреть, где же наши фары. Аккумулятор спрятан сзади под машиной. Аппаратура питается 4 пальчиковыми батарейками либо аккумуляторами. Аккумуляторик на балансе, это очень хорошо, значит, служить будут подольше. Ну что, подключим. Ставить очень неудобно. Но ящик большой, так что аккумулятор можно поставить и помощнее. Закручу сразу туда болт, хотя он тут не нужен. Вроде защелка неплохая, но пускай будет. Так, что у нас тут? Пробую открутить и посмотреть, сможем ли сделать колесо. Управление, походу, непропорциональное по газу. Не знаю. Так, вот он хексик, отломился. Ну попробуем подклеить. Вот. Попробуем. Так, ищем, как она раскрывается у нас. Слышу, где-то все-таки фара наша болтается. Так, откручиваю бампера. Возможно, это и есть крепежи, чтобы корку открутить. Так, колесо наше не делается. Надо закрутить болт, чтобы не потерять наш хексик. Народ, чтобы разобрать эту штуку, надо открутить все болты на фендерах. Это просто жесть. Это просто жесть. Займусь этим, наверное, я не на распаковочке. Сейчас поставлю батарейки в аппаратуру. Ну и попробую просто, как крутится. Проверим, блокированные или не блокированные дифференциалы. Ну и будем доводить его до ума, прежде чем тестить. Так что немножечко я поспешил с выводами. Ну, управление, как я и думал, непропорциональное.
Моторчик стоит. Но с газом, наверное, можно попробовать будет плавненько тронуться. В чем я, конечно, сомневаюсь. Так, ладно, попробуем, значит, пособирать, поразбирать. Может быть, сегодня и что-нибудь затестим. Хорошо, что взял отверточку от МЗ или от ВПЛ, не помню. Маленькая такая, хорошенькая. Как раз разобрать получается. Так, что у нас здесь? Ага, смотрите. В принципе, ось у нас проточкой. Так что что-нибудь мы придумаем сюда. Но такого я не видел нигде в продаже. Пробую сейчас подклеить и посажу на термоусадочку. Вот так вот посадил на термоусадочку. Сейчас попробую, пройдет ли в отверстие. Сложненько. И на место туда тоже не садится, да? Так, с термоусадочкой пролет, не залазит. Так, пробуем.